О-о-о-о, морковка, нафиг, 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 нафиг. Есть, кюбери, кюбери, есть, отлично. Как же вы надоели. Это мои слаймы, мои. Жрут тут всех. И они же будут плодиться бесконечно, блин. Ладно. Ну, кого-то нашли. Четырех хани слаймов и 10 бум слаймов. О, еще. А, вы... Да, вы те ребята, которые меня убили в тот раз. Я помню. Да, 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 да. Я так пробегу. Посмотрим, что здесь. А, заспаунились там хани слаймы еще. О-о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 -
Нормально. 9 хани слаймов у нас. В общем-то, 10 бум слаймов тоже неплохо. Вышли на охоту, называется. Теперь главное не умереть. Теперь с таким богатством... Так, ты... Не мог бы ты куда-нибудь в другое место уйти? Здесь ты не нужен нам. Уйди, уйди прочь нафиг. Вот пока пожертвование, возможно, скоро накоплю на подписку. Спасибо большое, Антошка Картошка. Как далеко вообще мы здесь можем забраться? У меня такое ощущение, что мы с вами уже просто бесконечно здесь путешествуем. О, еще, ребят. Где огненный? Бумслайм, ты мой. И водные вот здесь еще обитают. Я, пожалуй, выброшу к чертовой матери этот погофрукт. Пособираю водных. Одного я нечаянно выбросил. А, это то, что они производят. Че, ты здесь один? Не, вот друзья есть. Там взрывается все вокруг. Тотальная жесть. Ну вы ешьте, главное не переусердствуйте с этим. Нормально, и вот слаймов мы неплохо с вами сейчас насобираем. Я думаю, хотя бы вот 4 штучки уже неплохо. Зато бум слаймов у нас будет просто тьма. Как, впрочем, и хани слаймов. О, здесь еще появились. Может быть, стоит еще пробежаться назад? После того, как... Сделать кружок, знаете? Посмотреть, может быть, еще появились. О, это телепорт, да? А вот здесь второй ключ нужен. Но это еще не доделали. Мы наступим сюда сейчас. Проверим, как работает телепорт. Да, это телепорт у нас. Видимо, когда мы слаймов накормим... Вот тот слайм там сидел на синей... На синей платформе. Видимо, это телепорты. Если бы мы могли еще выбирать направление, куда мы хотим телепортироваться, это было бы вообще прекрасно. Так, в Хане. Да, иди ко мне. Иди, не стесняйся, давай. Ну уже иди к папочке. Сейчас мы по дну походим. Надеюсь, не отбросим копыта. Привет, 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 привет всем, кто присоединяется к нам. Вот это для некоторых поздний час. Вроде поднял его. Ну, 22 бум-слайма у нас уже. Это что-то да значит. Ладно, я постою немножко. Здесь вот есть возможность подняться. Эй! Да, они постепенно появляются повсюду. На этой локации бум-слаймы и хани-слаймы. Совсем-совсем не редкость. Ну, вот видите, просто прошел мимо, уже появились. Хорошо. Ну ладно, а я думаю, 20 хани слаймов, 24 бум слаймов, плюс вот еще здесь есть. Я бы водных еще нашел. Вот. Вот кого мне точно не хватает, так это водных. Но они что-то особо не спавнятся. Наверное, они
достаточно редкие ребята, либо в этой локации они появляются не так часто, как Бум и Хани. Ну да. Все, теперь посмотрим, чё телепорт, как он работает и работает ли. То есть он светится? О, так что надеюсь, что работает. Эй! Сработало. Однако назад мы не сможем вернуться. Окей, неплохо сходили. Неплохо. И где мы хотим разместить наших слаймов? Давайте мы вот здесь сделаем пруд. Да? Апгрейдить его вообще никак нельзя. И я подозреваю, что мы уже многих нашли, прикольно. А любимой еды у них нет, диета вода. Окей. Если они будут находиться вне воды, они исчезнут. Ну, для того пруд у нас и существует. Все, сидят себе. Че, вода исчезает? Мне походу воду сюда надо добавлять потихоньку, да? Чтобы пруд не высыхал. Интересно. И этих ребят... Давайте мы вот здесь их поселим. Хани и Бум. Не уверен, что у нас хватит денег. Плюс эти летающие еще, конечно. Им точно сетку надо ставить. Корал. Не, ну корал 250 стоит. То есть это не так уж, чтобы и дорого. Просто дополнительные стены ставить, вот это уже будет дорого. И здесь у нас будет все-таки загон. Корал. Давайте мы купим высокие... Ага, купили. Все, денег нет. Но они достаточно высоко прыгают, да, и потому что их здесь много. Тот факт, что их здесь много, это может быть проблемой, конечно. Взрывающиеся, по-моему, там вообще бешеные ребята. Да, надо с ними что-то делать. Вот, уже выбрались, уже. Уже бегаю здесь. Пожалуй, я поношу с собой некоторое количество. Пока стены не появятся, да? Да, тут и этим точно нужны. Это что такое? А, это тоже бум-слайм просто заряжается. Сразу после взрыва. Ё-моё, 6% здоровья. Все, я пошел. Я пошел. Они не объединятся, не. Им никак не получится объединиться. Она не исчезает, ее пьют слаймы. Ну, да. Она исчезает, в принципе, это то же самое. Потому что ее пьют слаймы. Посадим к юбери. Это есть. Здесь у нас всего 8. Нам нужно накопить ресурсов на двойные стены. Хотя бы. В загонах. По шестерке. Грабеж. Падлпорт. Почем? Слушайте, это падлпорт по 67? Джекпот! Нормально, нормально. 53! Та-да-да-дам! Сафонов Иван, спасибо тебе большое за подписочку. Добро пожаловать в семью. Спасибо большое. Вы посмотрите, ребят. 53. А, да. 67.
67, 6, 14, 15. Все, мы знаем, каких слаймов мы хотим с вами эксплуатировать по полной программе. А, единственное, что... Давайте пособираем, что у нас тут есть. Вот это и все, что есть, да? Один. Здесь 27 хотя бы, это хорошо. На двойные стены в двух загонах точно будет возможность у нас, да? И денежка. Вот, завели, называется, новых слаймов. Да, поприветствуйте нашего нового члена семьи. Привет, привет. Все, 924, посмотрим, что мы можем с этим сделать. А мы можем даже... а что у нас здесь росло? Овощ там у нас какой-то рос. Да, из автокормилки уже все ушло. Вы не стесняйтесь, ребят. Не стесняйтесь. Ладно, погнали туда. Тут вообще... Вы, надеюсь, других не уничтожаете? Такие... Гетто какое-то у нас тут. Взял, сбежал. Взял, сбежал. Да, вот непослушные. Так, все, нормально. Кто-то вообще внутрь залез, говорит, мне здесь приятно. Я здесь буду. Высокие стены. Но они все равно в итоге сбегут, то есть крышу точно нужно ставить. Крышу для этих точно нужно ставить. Хайвол с этим ребятам 324 остается. И... Ну, крышу они могут поломать, но я все-таки приобрету здесь, да? Эту крышу. И давайте всех этих ребят. Так, ну ты все равно внутри, ну да ладно. Всех их поместим сюда внутрь. Они могут поломать крышу, там она после нескольких ударов уходит на перезарядку. Но это если она получает сильный удар. А так, в принципе, по-моему, все нормально, да? Да, они не особо не вылетают отсюда никуда. Хорошо, хорошо. Так, ты выбрался через двойную стенку, что ли? Идите к друзьям, к своим. Сейчас мы посмотрим их диету. Ну, понесла. О, господи. Да, близко к ним лучше не находить. Близко к ним лучше не находиться, конечно. Отлично! Но там страшно. Там вон... В принципе, будут постоянно отсюда выбираться. Скрещивать их. Да, мы попробуем. Сейчас мы диету посмотрим. Во. У меня аж FPS проседает от этих взрывов. Йо. Йо, вы чё? Мне не хватает на крышу, пока мне все... Всего 24 монетки. Матрешкин. Пожалуй, я пока не буду этих отпускать, которых насобирал здесь. Это излишек. Они поломали! Они, мать их, избегают. О, починилось. Но. Ладно. Ладно. Надо находить бабло. Надо срочно искать бабки. Без денег мы здесь не справимся. Никак. Ой, молодцы мои хорошие. На крышу. Собираю на крышу. Давайте хотя бы курицами покормим. Да, я уверен, что их здесь много. Так, престарелый, ты со мной идешь. Все нормально? Да, да, я знаю, я знаю. Держите. Голодающие.
Из овощей у нас что-то выросло. Морковка там, да, морковка выросла. Она подгнила уже тут, правда. Не собирали давно ничего. Здесь у нас любимая еда наших летающих ребят выросла. Что нам срочно нужна еда. И значит, что мы получим в итоге? Денежку. Пуа-па-пуа-пуа. Ладно, пойдем покормим. Какая у вас диета? Какая у вас диета, ребята? Бум-слайм. Рамон, ты как воспитатель в детском саду. Это правда со многих сторон, если уж посмотреть на то, что я делаю. А мясо? Это у нас у бум-слаймов. Вот надо было им искормить, собственно. Поспешила немного. И хани-слайм. Фрукты. Они любят фрукты. Ага. Ну, я не думаю, что будет плохо, если я еще немножечко куриц соберу. Сколько у вас здесь? 3 курицы, 3 петуха, цыплята бегают, нормально. Популяция будет восстановлена. А мы с вами пойдем покормим. Пам-пам, да, и здесь уже все. Все. Знаете что? А, посажу-ка здесь я кьюбери. А здесь посажу морковку. Рамон, вот-то я деньги на крышу. Вот тебе деньги на крышу. Спасибо. Не, здесь еще одну кьюбери посажу. Пусть у нас здесь фрукты растут. Кто еще сбежал? Потому что сейчас я кормить начну, тут у всех безумие начнется. Так, ребят, я принес вам целых 4, ой, 3 штуки, держите. Далее. Мясо и фрукт. Блин, опять вот реально я по привычке начинаю кормить тех, кого привык кормить уже. Так, ну это их любимая еда, они много дают в итоге. Да, они несколько раз какают. Это хорошо. Еще кто-то покакает? И никто. Ладно, этим ребятам дадим 2 куриц. А вторая где? Вот. Ну, на что-то накопили. Хорошо. Кошмар. Все, здесь у нас будут расти фрукты. Мы их будем потихоньку скармливать. И мы можем еще сходить в наше подсобное, да, вот это вот место. Может быть, там еще курицы появились. И оттуда накопить. И потом, наконец-то, сделать им крышу. Этого недостаточно. Мне надо 900 где-то. Примерно 900. Все, кому надо, все уже покакали. Сейчас мы тут попылесосим немного. Как говорится, комнату надо поддерживать в чистоте, да? Вот мы этим сегодня с вами и занимаемся. А морковка здесь еще есть, это хорошо. Я понятия не имею, где они, но... Судя по звуку, они везде. Поэтому я просто буду ходить здесь по этой густой листве. И надеяться, да, и надеяться, что наткнусь на курицу. Мы могли бы, конечно, использовать этот джетпак. А! Думала, опасность миновала, да? Можно выходить из зарослей? Как бы не так. Все, прислушиваемся, вдруг здесь еще где-то ходят. Пога фрукты. На дереве не осталось ничего. А!
Где ты там? Вот. Куриц здесь полно. И вроде все. Сейчас начнут спауниться, правда. Вот, по-моему, в 6 утра. 6-8 утра начинает появляться новый урожай. И спаунятся разные ребята. Ага. У нас кризис, чё поделаешь? Чё поделаешь? Подбираем все, что находим. Ну и все. 19 куриц достаточно, мне кажется, для того, чтобы наверстать упущенное. Получить свои деньги. Да. Вот, и пугафрукт у нас есть. Давайте его посадим где-нибудь, да? У нас морковка перестала расти. А мы посадим морковку здесь. Ладно, я покормлю вот этих ребят. Кушайте, кушайте, мои хорошие. Водные слаймы вообще самые безобидные такие ребята. Где четвертый? Почему четвертый еще не покакал? Уже утро, ты еще не покакал. О, видимо, не покакавший это вот этот. Ты чего не покакал? Какай. Какай. Не хочет. Не какает. Падают в цене наши водные, но растут в цене огненные и медовые, поэтому надо поспешить. Уии! Ща мы их накормим. Морковка уже вовсю фигачит, блин. Здесь у нас ничего не растет, да? Можно еще кьюбери посадить. Давайте я пога посажу. Пусть растет пога. Так, и теперь, по идее, тут у нас тоже должно уже что-то вырасти. Взрывы со всех сторон. Че, это и все? Огорчаете, папу Рамона, огорчаете. О, да что ж с вами делать-то, ладно? А, так, вы, воздушная сеть вам сразу просто, моментально, да. Вы, высокие стены вам, вот еще вот, моментально просто, да. Теперь, сейчас будет настоящее безумие, ребят, готовы? Ну что, мясоеды? Держите. Оу. Багу какое-то у меня достижение. Не знаю, но, короче, все, ешьте. Ужас. Эй, медовики. Я вам покушать принес. И пога. Как думаете, сколько мы на этом заработаем? Я пока у медовых буду собирать. Здесь безопасно. Там туда к этим огненным, блин, зайти вообще нельзя. Просто сразу вам голову там снесут. Да, мы здесь потом сборщик поставим. Все, вы все съели, да? Да, они все сожрали мгновенно просто. Вы попозже будете покормлены, вы не очень дорогие. Выбрался. Как? О, господи. Знаете что, я туда заходить не буду. Мы сейчас с вами поступим хитрее. Урожай. Нормально? Здесь тоже урожай, здесь тоже урожай. Сейчас мы с вами поступим таким образом, что жизнь моя останется целой. Как шкура, в общем-то, тоже. Смотрите. Тут еще не все поели. Далеко не все. Какайте! Какайте! Сборщик... Так я же говорю, хитрее.
Так, все, так, все, советчики. Просто смотрите стрим. Просто смотрите стрим. Я уже все придумал. Я уже все давно придумал. Так, и... Ну, неплохо, неплохо. Я думаю, что... Ну, 1000 должны поднять, как минимум. Все, не пропустили ничего нигде. Отлично. Теперь быстренько, 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 быстренько туда домой. Игнорируем сбор любого урожая. Сдаем тридцаточку. Тридцаточку, друзья, тридцаточку. Смотрите. По 76. О, да! Это мы вовремя зашли. Неплохо, да? Неплохо. Почти, господи, 2500 на руках. Вот так вот, за один заход просто к медовикам. А теперь пришло время. Я сюда заходить не собираюсь, поэтому пришло время автоплот-коллектор купить им. И для того, чтобы узбагоить их, музыку им включить. Что эти взрывные волны? Это полная жесть. Все, и он там будет потихоньку собирать это все. Все дело. У них там рты красные, что ли? Это... А, это открытые. Мне показалось, знаете, это такие огромные, толстые такие губища у них внезапно появились. Это не рты открыли. Это некоторые из них голодные просто. Че у вас тут? Недовольные, кушать хотят. Оу! Я тут постою. Вот, подожду. Я, пожалуй, подальше постою. Плод-коллектор, давай! Найди золотых. Да я видел, сколько за золотых дают. Найди золотых. А вот найди. О, наконец-то. Все, собрал, собрал. Девятнашечка. Вот прям в лицо, блин. Все, пойдемте, пойдемте, пойдемте отсюда. Хорошо, и возвращаемся на базу, сдаем это все. И празднуем, празднуем тот факт, что мы богачи. Вот этим ребятам водички бы добавить. Да. То они тут совсем уже бедные, бедные. Почем по 57? Всего лишь. Еее, 3000! Да, детка. И в этой игре нет ни минуты покоя. Только вы сделали что-то, что вы хотели сделать, как тут уже урожай подрос. Если вы не соберете его, он сгниет. И так далее, и так далее, и так далее. Так что... Да, постоянно что-то здесь происходит. Так, вы у меня тут в полном? Да, вы у меня в полном майонезе здесь. Максимальный комфорт. Сейчас покормим других. Да, почему бы и нет. И спринклер. Да, почему бы и нет. Посмотрите, сколько... Сколько пока с одного дерева можно собрать таким образом. Да блин, они валятся бесконечно просто. Какого черта? Еще желающие есть? Жесть! Жесть! Рамон, давай уже скрещивать этих милых, будем восклицательный знак. Да. В этом план заключается на вторую часть нашего стрима. Сейчас мы сделаем маленький перерывчик с вами. И будем их скрещивать. Деньги появились, то есть, ну, мне же надо было сначала накопить мой денежный потенциал. А потом уже заниматься разными скрещиваниями. В принципе, кормить я не буду, наверное, те, кто у нас остался. Потому что, ну, а какой смысл, да? То есть, какой смысл поддерживать мне
жизнедеятельность вот этих вот особенно розовых, если я могу заселить почти все эти клетки какими-нибудь, собственно, медовыми. Понятно, что инфляция даст о себе знать, и чем больше у меня их будет, и чем больше я это буду продавать, тем меньше это будет стоить. Но что-то мне подсказывает, что медовые, например, плорты явно не будут никогда стоить 7 монет. Никогда. Поэтому я не знаю, зачем мне заниматься красными, ну, розовыми ребятами. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Приоритеты. Приоритеты. И там кто-то что-то советует в чате, как обычно. Но у меня есть, слава богу, своя голова на плечах. За водой надо сходить. Спокичмоки, Рамончик. А то 4 часа уже в сон клонит. Поки стримчик. Равно циркумфлекс, подчеркивание циркумфлекс равно. Спокойной ночи, Роксолана. Спасибо тебе большое за то, что пришла на стрим. Спасибо большое за все пожертвования, которые ты присылала. Спокойной ночи. Все, ладно. И так уже быть. Тогда мы с вами попробуем скрестить... Да я хочу, короче, скрестить медового с бум-слаймом. Вот правда. Вот. И посмотреть, что из этого получится. Авось. Ну, нам, может быть, придется пройти через какой-то процесс, где нам нужно, чтобы медовый скрестился с этим, потом там с этим, еще с каким-то. Будем тестировать. Будем проверять, и мы, друзья, с вами после перерыва приступим к скрещиванию. К скрещиванию, собственно, этих чертовых слаймов. Так что далеко не разбегайтесь. Дальше у нас наука!